граждане и гражданки Советского Союза. Советское правительство и его глава, товарищ Сталин, поручили мне сделать следующее заявление. Сегодня в 4 часа утра, без предъявления каких-либо претензий к Советскому Союзу, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну. На столбе висит такая тарелка, вот все было слышно. И когда началась война, мы узнали из этой тарелки только к концу дня, 22 июня. И слышал я по радио обращение немцев. Слышно в Владивостоке было: сдавайтесь, русские, вам все равно капут. Ну, война, напала Германия, там с ней Финляндия, да Румыния, тьфу, вошки, да мы их расхлещем, эти маленькие страны. Ну, так считали, откуда мы понимали, что такое война. Я видел, как отступают наши, не только красноармейцы, отдельные группы, но и подразделения. Бежали самым настоящим образом. Везли раненых на телегах, лекарства не хватает. Умирали и тут же хоронили. Я видел, как большие гурты скота выгоняли. Где-то 200-300 голов коров. Куда гонят? На восток. А к кому? Не знают. В это время немец видит такое дело, опускается буквально над головами этого скота и стреляет. Представьте себе, это июль месяц, погонщики разбегаются. Недобитая скотина рвет. Все это бросается. Беженцы, кто в чем? И мы так завидовали парнишкам. Думаю, боже мой, какие они счастливые, пойдут фашистов бить, а мы-то кто такие? И я сразу поняла, что я дома не буду. Пойду все равно куда. Вот хотелось мне прямо что-то, чуть ли не подвиг совершить. Мама там плакала. Стали приходить похоронки. И вдруг повестка пришла. Это явиться в военкомат с 5-дневным запасом. А какие запасы? Побежала в магазин, выкупила кирпич хлеба, как-то богато. И с этим богатством, ну, кружка, ложка, там все было приказано. И явилась в военкомат. Нас всех собрали, в общем, 1000 человек нас. 500 девочек, 500 мальчиков. А не говорят, куда? На чем умеешь играть? Или ну-ка спой что-нибудь. Или на чем? Кто на чем? Я на гитаре. Ну, я побрякал на гитаре, записал, пойдет. В общем, набирали в роту на радистов. Если слуха нет, то и приема у тебя не будет. Ты всегда напев каждой цифры, каждой буквы знай. Единица, один зашагал на семерке. Дай закурить. С. Соловей. Три, значит, три точки. Быстренько научили на радиостанции А7А, РБМ. И как катушку разматывать, включать. И меня направили вот в 361-й отдельный радиодивизион. 92-я дивизия. 2-я мотоштурмовая инженерно-стоперная бригада. Командиру полка на радиостанцию взяли. Моя простая обязанность. Связь с командиром батареи. Со штабом или там с кем, или с командующим, в общем, организовать. Один, значит, связист на огневой, а второй на наблюдательном пункте. Он бинокль наблюдает, смотрит, высматривает огневые точки, скопления, солдат там немецких. Какой квадрат бить? Я передавала. Квадраты по карте. Живыми. Где-то припас в сторону противника метров 250. Как понял?
Днепр, я Волга, понял. Днепр, я Волга. Установки по пятому готовы. Четвертая готова. Прицел 3-25. Днепр, я Волга, зал. Прямым текстом нельзя было то картошку посадить, то огурцы собрать. Коробочки – это танки, спички – это начальник. Минут, может быть, 10 проработаю, может быть, и поменьше. У немцев были пеленгаторы. Он раз-раз, значит, пеленгатором этим квартал нашел, где сидит связист, и давай его оттуда выкуривать. Разве не страшно, когда вот танки идут? Или надо уходить куда-то, или прибьют совсем. Но большинство, значит, погибали. Вот тут мы поняли, что такое война. И что такое тебе Финляндия и Румыния, и маленькая засранная Германия. Вот так вот. Связистом быть – это гиблое дело. Вообще там мало кто выживает. Вот надо проложить 1.5 или 2 километра кабеля от до. У меня карта была, да? Вот ты видишь на карте? Вижу. Вот забирай людей и шагом марш сюда. Мы тянем, а там идет обстрел. Мы линию протянули, недалеко упала мина. Разорвалась. И наш кабель разорвался, связи нет. Она рвалась где несколько раз. То немцы специально обрежут, языка поймать. А мне надо связь восстанавливать. Если не восстановлю я связь, с меня там знаете, что будет? Будет там вообще неприятности большие, могут даже и нехорошие быть, могут и расстрелять. Как хочешь, восстанавливайте связь, чтобы работала. Зубами изоляцию эту срываешь, скручиваешь, и все, и потом завязываешь, чтобы не развязалось, и все, и связь установили. Как
задача моя была перехватывать фигуранцев. Тайная полиция Румынии. У фашистов гестапо, а это фигуранцы. Допустим, позывной работает в Симферополе. Та-та-ти-та. Мэн. Та-та-ти-та-та-ти-та. У нас был специальный отдел, люди специально подготовлены дешифрантом. И вот мы их все и перехватывали. А эти расшифровывали, а те бомбили. В каждом своя работа. Трудно, непонятно. Там и взрывы где-то слышишь, и атмосферные разряды слышишь. Все мешает. А потом я так наловчилась, что мы знали все, расписание каждого. Когда и где выходит на связь. И день, и ночь у нас не было таких, чтобы только днем они... Нет, они тоже не спали, тоже воевали. А вот такесенький индикаторная лампочка. И мы это сидишь и пишешь. Аж потом, когда выйдешь, смена пришла, уйдешь, аж глаза болят. Болели глаза, больно. Очень больно было глазам. И нам... Нашему отдельному дивизиону специальной службы мешали связисты советских войск. Как влезут, да микрофоном заработают. Кулик, кулик, я болото, как слышишь, прием. А у нас забил, а я только фриц. Не скажешь, миленький фриц, РПТ, повторюсь, повтори. Значит, загубил все. И так мы их проклинали, так они нам мешали на Белорусском фронте. Бывает, и немцы тоже, они говорят «Комен». Мы говорим «прием», а у них «Комен». И тоже бывает, на нашу волну попадет, мне надо слушать, а ему тоже не отвечает. Вот он там, «Комен». Стонет «Комен», аж на душе нехорошо. И деваться никуда. С волны же не уйдешь, меня же по моей волне могут вызвать, и я вызываю. Питание нам, нас никто не кормил ничем. И вот мы посмотрим, значит, бомбиться ночью. Лейтенант берет машину и едет, вот где там консервный завод разбили, консервы набирает, шоколадные разбили, шоколад набирает. Вот все это привезет, этим мы питались. Дядя Андрей был повар у нас очень хороший. И что же, зарезали рыжуху. У нас был конь такой, долго он был. Пришлось резать. А я говорю, дядя Андрей, ну я не буду есть, мне дайте вот что есть только, и все. Потом уже, когда немножко подвезли, он и говорит, я все равно тебя накормил ржухой. Ой, смеху столько было. Нормально? Различия между вот, нами и мальчиками не было. В Сталинграде только там нас уже как-то определили, что мы девочки даже. Мы не носили сапоги и эти штаны теплые, ватные, а уже даже разрешили платином делать. Разрешали так волос такой, ну, короткий, там, как говорится, тут все снималось, только тут это, но все равно надо было, вот возьмешь на кухне котелок чаю и на улице прямо моешь. Заместитель по политчасти ребят собрал, нам потом уже рассказали, и сказал, это ваши сестры, никаких тут прелюбодеяний не может быть. Вам нужно прямо, вот на стороне женщин там полно, а это девочки, это ваши, вы должны их оберегать от всего. И надо сказать, вы знаете, там одна пара нарушила это, ее оставили, а его отправили в другую часть. Вот. Так что в этом отношении у нас, как говорится, была дружба, ну вот как раньше. Шинель закрутишь. Через плечо, автомат через плечо, рацию тоже на спину, идешь. Вот
ноги в сапогах, грязь как клей. У меня кинжал был такой, финский, что ли, назывался, забыла уже как. Я всегда, он у меня был за голяшкой. Вытащишь, обчищи и опять вперед. Привал, звонишь, батальон. Без рации ни на шаг. Стреляли где-то, надо в окоп прыгать, так радиостанцию вперед прикрываешь. Не сам себя. Ну вот один раз у меня вышло из строя рация. Ничего не могу найти. А подошвы наступления. Что делать? А командир был с политотдела. И говорит, вот буду считать до 5. Если только ты не исправишь, я тебя дострелю. Но он считал, что я как предатель. Смотрю, вроде все нормально. Ну, нет связи, и все. Он только начал начинать пять. Говорит, ребята, раз его и убили. А я как стукнула по рации, она это заработала. Отошла лампа, но я не заметила, там она чуточку отошла. Ой, сколько нас политотдел так таскал, а он, оказывается, враг народа был. Потом-то выяснили. Я это часто вспоминаю. Вот, говорит, до 5. В другой раз соскочишь ночью и аж на дрожь берет. Думаешь, как ты осталась живая? Которые ребята погибли и тоже снятся. Снится это где-то, когда даешь связь. Самолет, особенно самолет, когда это бомбят. Прямо как наяву, вот так вот. Даже страшно бывает. Голуби, для меня они были хуже фашистов. Они, знаете, как воркуют. О, боже мой, Мессершмитт летит. Вот всю ночь могу проваляться и не спать. И сейчас он плохой, но все-таки я засыпаю. А так, вот эти Мессершмитты, эти, когда налеты они делали, тоже радости мало. Но ничего, выжили. Я пешком прошел от города Осташково до Кенигсберга. Все время строил и прокладывал вот эти линии связи. Приходилось на улице спать в морозе. Наносишь покойников, хвои наложишь, палатку настяжешь, на болоте не будешь же спать. А дождик, а слякоть в Западной Украине, да и в Польше зимой. Слякоть, каша, вот как надо падать и в луже лежать. Иначе не подняться в ямке. Откопаешь маленькую лопаточку, надо же окапываться. И так лежишь, что вода нагреется. В Белоруссии дождь прошел проливной, кровь смывала в воронку. А жара, солнце. А я думаю, ну-ка я попробую. Может, фашистская кровь во меня вместится, я буду злее. Вот так. Но я попила эту кровяную воду дождевую. Идешь на задание, все равно думаешь, а хоть бы еще денечек пожить. Работа такая, связь восстанавливать надо. Много погибало связистов. Но она же связь. От нас зависело все.
соседи. Не постреляйте друг друга. Харьков, Якиев, да мы встретились уже. Уже все, уже видим друг друга. Все, мы уже поняли. Киев, я Харьков, займите позиции. Займите позиции, доложите обстановку. Я Харьков, прием. Понял, понял, Харьков, понял, выполняем. Плохо слышу! Говори четче, четче! Волга! Затон нас накрыли! Накрыли нас! Делаем стрелька! Наблюдаю коробочку на позиции. Передаю самоходам, чтобы были осторожны. Пожгут. Я грани четвертый, прием. Вот так я дошла до Берлина. Грани четвертый. Огурцов много. 16-й, 17-й, прием. Я 16-й! Это укрыто. Осколочно-фугасный. Взрыватель осколочный и фугасный. Заряд первый. Как раз это укрыт справа фланга. Не понял. Повтори еще, не понял. Справа фланга за развалин впереди тебя 800 метров. Танк стоит. Если не видишь, поднимись на второй этаж, увидишь. То я с пушкой поднимусь. Поднимешься. Тащи на себе ее. Тайга, тайга. Я белка, приду. Тайга. Я впереди вас. Нас очень сильно прижали, спецназание. Развали его, к чертовой матери. Твоя штука сможет развалить. Развали, пожалуйста. Понял, поможем. Справа здание высотное. 5 этажей. Сейчас его сделаем. Молодцы, спасибо. Еще один дальше. Вот уже когда война кончилась, у нас осталось связистов. Дон Засевич. Один я был. Дунай выстрелил. Дунай, твою мать, я же сказал. Мы знали, что война закончилась не 8-го, не 9-го, а раньше. Потому что немцы уже стали работать открытым текстом. Никакой шифровки. Не надо расшифровывать все. А переводчиков у нас хоть отбавляй было. Им предложили безоговорочную капитуляцию, и они дают команду своим подразделениям, чтобы складывали оружие. Мы это знали, мы радовались. 30-31. 30-31. 30-й, отзовитесь, 30-й. 30-31. Волга, Волга! Я Днепр, прием! Я Волга! Значит, наблюдай, видишь здание, которое горит? Здание, которое горит на правом фланге. Вижу. Лево 20. Я как раз дежурила около рации. Это было ночью. Вдруг сообщают. Победа. Все выскочили. Начали идти из автоматов стрелять вверх. Проснулись, говорим, что такое, что случилось? Мир, значит, эта война закончилась. Я сижу и говорю, опять налетели бомбить. А потом объявляют по радиостанции, что кончилась война. Ну, кончилась, а мне отойти нельзя. Связь попробуй-ка там отойди, и чтобы связь не работала. Но все равно я выбежал там на минутку или на полминуты, и у меня автомат был. Я кверху давай стрелять от радости. А этот Прокушев вообще в одних концах бегает. У него такой был шок. Настолько было радости. Столько радости. Большая радость была. Такая радость. И мы тоже объявили. Мы выскочили, стали стрелять в воздух тоже. Ура! Теперь домой поедем. Нам тут же команда. Немедленно на места. Слушайте американцев. Все перехватывали, также расшифровывали, так же английский язык тоже были такие люди, все знают. И все у нас было very good. Офицеры и все солдаты по неделе отлежали. Вот заболели сразу, как сказать, когда почувствовали слабость, сразу. Слабость, заболели, ничего не можешь, даже за обедом идти некоторые не могли. И вот на сеновалах лежали, по неделе отлежали все. Я не видел ни одного торжества по случаю победы.
кончилась Великая Отечественная война, мы в эшелоне. Эшелон остановился на станции Хилок Забайкальской железной дороги. Победа! Война кончилась. А мы? Что мы знаем? Ничего не знаем. Паровоз заправился, ту-ту, и мы дальше вперед. Началась война с Японией в августе месяце. Мне пришлось испытать все прелести войны с Японией. Были очень тяжелые операции. Хотя император вроде и сдал в капитуляции приказ, но они не доходило, и многих самураи не подчинялись этому. Ну вот мне приходилось в десантных операциях участвовать. Всякие ситуации были. Например, в одной из операций я из десантной баржи вместе с головой с радиостанции погрузился в воду. И, конечно, радиостанция уже работать не могла, связь нужно было обеспечить. Но поскольку было время, нашел ручеек, прополоскал ее, посушил, и связь была остановлена. Много было случаев, когда отказывались радиостанции. Не удавалось в полевых условиях ремонтировать. И это было не один раз. Не было такого положения, чтобы командование оставалось без связи. По-моему, это было дело чести. 16-й, карандаши пройдут. Встречай, как понял меня, прием. А война кончилась в Японии. Я на узле связи армии в Дзямусах. Что на узле связи? Вы же представляете, узле связи армии? Там телеграфных аппаратов стоит десятка два, да? Коммутаторы всякие. Ну, все. Посидели, посмотрели. Не выпить, не закусить. В декабре 45-го года я поехала домой. И вот и так тогда у меня война и закончилась. Начальник конторы связи услышал, что я радист. А в Крыловке была радиостанция. Пришел и со мной поговорил, и выходил. Я приехала домой, закончила 9-10 класс и уехала в Москву, Электротехнический институт связи. Когда поступил в институт, я забыл, что такое синус и косинус. 5 лет почти прошло, но потом я быстро восполнил все и учился все время отлично. И закончил отличием институт. Демобилизовался в 50-м году, проработал в радиоузле 23 года, перевелся на телефонную станцию. Мало ли какие бывают повреждения. У кого-то шнур, у кого-то микрофон, кто-то аппарат уронил, кто-то сам залез в аппарат, там не может подключить, не знает, как подключить. Ну, вызывают. Ну, вот приходишь. Мне работа нравилась. Я все время в ходьбе, все время в движении. И проработал я всю жизнь в связи, все время в ходьбе. Остаемся, я не стану зриться. Виноват и в этом ты и я. Утомленное солнце нежно с морем прощало. В этот час ты призналась, что нет любви.